И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, мы сегодня с вами поиграем в Pokemon Sapphire Version. Версион, возможно, потому что мой английский хорош, но версия, конечно. Собственно, играть мы будем не просто так в эту игру, давайте сразу же начнем. Новая игра. Нет, я перепутал опять что-то вот так. Собственно, играть мы с вами будем в режиме Nuzlocke, что означает, что мы должны будем, во-первых, отпустить покемона, который проиграет в битве, ну то есть его вырубят. А второе, мы должны не ловить выборочно покемонов, а должны поймать первого покемона в каждой новой локации. Вот так это будет работать у нас. Вот. И что еще нужно сказать, это игра с Game Boy Advance, у него было маленькое разрешение. Я думаю, вы это знаете. Вот, поэтому она будет немного такой, знаете, по графике странной, но я думаю, что мы с ним справимся, потому что классная тема, я ее на самом деле играл уже в Сапфирку. Это Сапфир версия, да, в виде. Их было несколько там. Вот. Поэтому я выбрал именно ее, потому что я уже в нее играл. Рад приветствовать тебя в мире покемонов. Можно от нее Берч. Или Берч. Берч, по-моему, был там. Или это вообще не из него. Хотя все зовут меня просто профессором, потому что не знаю. А вот их мы называем покемоном. А, классный. Я не помню, Аурью или что-то вроде этого. Называется эта штука. Ага. Ну а ты? Ты мальчик или девочка? Ну, это похоже, во-первых, на Fallout 3, я знаю, откуда они это сперли, этот вопрос. Вот, но давайте будем играть за девочку, потому что, как бы, смысл нам играть за парня. Почему бы не? А как твое имя? Посмотрим. Никола, отличное имя. Шикарное имя. Никола. Окей, меня ждет какой-то профессор в городе. Приготовься. Да-да. Да-да. Хорошо, давай. Топай. И мы появляемся в грузовике. То есть, это действительно грузовик. Вот, и я не знаю, кто решил, что перевозить своих детей в грузовике — это отличная идея. Потому что смотрите, сколько тут коробок, они ведь могут упасть на меня, например. Или еще что-то может произойти, или дверь может открыться во время поездки, я в нее выпаду. Ну ладно. А вот мы и на месте, Никола. Надеюсь, эта поездка была для тебя очень томительной. А, то есть, не была для тебя, наверное, сказала. Хорошо. Очень классный город, там цветочки растут. Ну да, не самый крупный. Там три дома. Кажется, четыре будет где-то. Давай зайдем внутрь. Давай. Ага. Ну, еще и приберутся после этого. Какие замечательные. Да, они ничего такие. Часы. Хорошо. Пойдемте заводить часы. Это первый квест в этой игре. Надо их подвести и запустить. Розовенькие. Хорошо. Так, сколько у меня сейчас время? Подождите. Ну, обратно тогда надо. Так, это 12, 11, это диатом. Так, все правильно, почти, только нужно... Так, 30... Так, где-то вот так у меня сейчас времени. Наверное, 6, 7, 8, 9, 10... Да, 10:42 утра. Уже 43. На минуту буду вставать. Как тебе твоя новая комната? Да что я спрашиваю? Блин, ну конечно, да что я спрашиваю? Никто не спрашивает моего мнения, я буду вам играть. GameCube. Блин, я бы сыграл. Ну ладно. На кровати можно спать. Так, ребят, я думаю, что на этом у нас серия заканчивается, на самом деле нет. Но это был бы отличный... Окей. Быстрее сюда. Кто так смотрит телевизор? Портит зрение себе, испортишь. О, папа наверняка по телеку покажет. Нет, не показывает. Опоздали. Ну, да, это тот самый профессор, который, как и... Как звали этого? Джимен, который как Джимен, пока я ехал, появился у меня во сне и сказал мне, что меня ждут великие дела. Вот, сказал мне проснуться и петь. Но он такого не говорил. Но я думаю, что это довольно интересное совпадение. О, жирный!
сила науки. А где живут эти дети? То есть это лаборатория, это наш дом, это дом профессора Берча. И все. Больше нет домов в этом городе. Это немного странно. Ладно. Пойдем сюда. Может там две чуть есть. А, профессора нет. Где он? Почему со мной не говоришь? Нам нужно к нему домой сначала зайти, а потом нас направят в лес или в лабораторию. Я не помню, на самом деле. Сейчас самая неинтересная часть, потому что мы всего лишь ходим. Ты, наверное... А, я не те кнопки нажал, извините. Наш новый сосед, добро пожаловать в наш городок. Ну да, хорошо. Позволяй просто... Я даже не сказал, что я действительно... Ну, вообще некие часы. Что я действительно из наших соседей. Она просто меня пропустила в их дом, а этот парень настолько глупый, что я могу просто лечь спать в его кровать и все. Или играть в его GameCube, ну ладно. Вещи собраны и... А кто ты? Ты же Никола, я прав? А, только что приехали, я не знал, что ты девчонка. А, ну я думал, да та-та, проехали, Брэндон. Фрейзер? Ну, короче, да, и давай чуть позже, и так он будет всю жизнь потом позже, 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 и ничего он мне не наловит. Блин, я-то думал, сейчас узнаю правила, стану настоящим приключенцем, а потом мне прострелит колено. Наверное, теперь нас пустят в лес. Да, наконец-то. А что же делать? Надо как-то помочь. Я помогу! Какая напряженная схватка. Теперь нет. Окей, покебол. А, так, Торчик, Трико и Маткип. Мне нравится Маткип, это водяной покемон. Но так как на него напала собака, я думаю, что огненный покемон это самое то, чтобы защитить его от собаки. Так что мы начнем с Торчика. Я полагаю. Так, он второго уровня, вперед Торчик. Торчик у нас пятого. Все, ему конец. Хотя мы тупо физические атаки применяем, так что это пока что ни о чем не говорит. Вот если бы мы огненные применяли, тогда бы мы еще хуже. Муха, но мы победили. 15 очков опыта. Нам этого покемона не отдадут сразу, наверное. Ты же Никола. Так, сходим в мою лабораторию. Давай. Угу. А, блин, я думал, нам дадут еще раз выбрать. Ну ладно, мне нравится огненный покемон. А, какое-нибудь прозвище? Нет, останется без прозвища. Так что, как бы, он может умереть через пару секунд. На маршруте 103, это замечательно, как тут сохраняться, блин, я не помню. Ну, блин, нет, это не сработает сегодня. Так, хорошо, 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 хорошо. Покеболов у нас нет, я так понимаю. Да, покеболов у нас нет. Да, отличная команда. Два ученых и какой-то парень. Ну ладно. Я не очень понимаю, вот теперь в плане того, что у меня нет покеболов еще, но мне уже нужно идти куда-то. А, маршрут 103, это 101. Блин. Ну, хоть хп у него полное, у нас парень Торчик. Ах, я не знаю, что делать, если нас нападут. Пока у нас нет покеболов, как бы, ну давай просто побежим. Давайте. Вот. И, наверное, еще раз побежим. Хорошо. А, вот, отлично. Но у нас денег нет, чтобы купить покеболов, я так понимаю.
Нет, не хочу. Не туда я зашел. Да, это покет-центр, это не маркет. Маркет синенький, по-моему. Да, вот он. Так, наверное, купим покеболов парочку. Если у нас деньги вообще-то есть. Ну, блин, не знаю. Да, у нас куча денег. Хорошо, это... Тут нет покеболов. Возможно, нам сейчас научат, нас научат сейчас ловить покемонов. Вот. Кто его знает? Я не знаю. Ну и где он там? Блин. Давай выходи. Вон он. Ну вот что я ничего с ним не могу поделать, так что я его просто сейчас забью. Блинчик, забью. Вперед, торчик! Что мне там снижает атаку? Блин, он сейчас еще атаку пониже, да? А я что могу, тоже атаку понижать? Блин, ну я отстой. Ну все, капец, он меня сейчас вот этой фигней забьет, наверное. Смотрите, у него... Сколько у него ловкости, если он так... Часто? Офигеть, он уже начал меня атаковать. Вот гад. Ну все, давай посмотрим. Я тебя по-любому побью, потому что... ну, я раньше начал бить тебя, и... Не знаю. Ну, может быть. Слушайте, проиграть в первой же битве, это будет... Опять меня атаку снижает. Ну, гад. Наверное, мне тоже стоило это сделать, но... Блин, да. Походу, с какого-то хода... Офигеть, он мне крит сделал. А сбежать можно? Я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Окей, он опять... Если он будет дальше такой фигней заниматься, то... Во-первых, я не смогу его убить. Но хотя я не знаю. Да, он... По-моему, тут есть какой-то предел, до которого можно понижать, потому что бесконечно я бы уже не атаковал его вообще никак. Так что я победил его, наверное. Только не... Ох! Да! Это победа просто 3 хп. Мы еще и уровень получили. Замечательно просто. Так значит, вот пошел бы он. Потому что мне все хп чуть не слили сейчас. Пойду лечиться. Все-таки это на звук, это вам не игрушки, ребят. Вот так вот. Сливать, почти что сливать. То есть, блин, мы были очень близки к тому, чтобы сейчас проиграть этот бой. А, да, я желаю. Спасибо. Это было опасно. Теперь пойдемте к этому бренду, мы покажем, в чем. Тем более у нас на один уровень выше, чем эта игра ожидает, наверное. Хотя, может, она ожидала, что нас в каждом кусту будут нападать, я не знаю. Но я думаю, что теперь-то мы сможем давать. Блин, в том же самом кусте! Ну, эту собаку мы бы... Хотя эта собака, она зато атакует, по-моему, больно. Давайте сразу атаку пониже, потому что, видимо, все покемоны это делают с самого начала. Ну, потому что он сделает. Нет, он сразу начал меня сбивать. Посмотрите, ну и все, и капец. Я-то огненный покемон, у меня уровень выше. Не, он ничего не может сделать теперь. По 2 хп снимает, а я ему по пол хп. Почти, все. Уть. Это просто отлично, потому что меня реально могут сейчас... Я... Вот по-любому же он сейчас начнет со мной биться. Я тебя не заметил. Нет, не считаю, блин. У него сейчас по-любому водяной покемон, водный будет, я тебе говорю. Потому что они всегда берут противоположных покемонов. Хочешь сразиться. Конечно, маткип у него этот водный. Блин, у меня хп нет, я не купил зелье ни черта. Он меня сейчас победит просто, и на этом наш назлок с вами закончится. Ну, посмотрите, что он делает, а? Может, я могу хп буду скосить за удар? Блин, мне, короче, капец.
не знаю. Давайте еще раз на него рычим. Я фиг его знает вообще, блин, будет ли это работать хорошо как-нибудь. Давай по одному хп мне снащи, пожалуйста, блин, гад, подбас ночью. Давайте еще раз на него рычим. Если он меня убьет, пока я на него вот так вот рычу, это будет очень тупо. Ну-ка. Одно хп. Да блин, он все равно подбасывает, что это бесполезная хрень, я на него потратил два хода, а мог бы... Крит! Да! Ребят, просто удача на нашей стороне сейчас. Новый уровень. Скорее бы ты уже эволюционировал. Концентрация, это замечательно просто. Офигеть, как много. Вот и огребай теперь. В общем, не размазни, а... Да, еще и 300 рублей мне дал. Ну, не знаю, что это там за монета. Давай вернемся в лабораторию, блин. Знаешь что, я пойду и вылечу своего покемона. В лабораторию он вернется. Блин, ну вообще как он... Он меня... Он смог убить моего покемона. То есть он-то не знает, что я в Назлоке играю. Да еще и, кстати, из битвы с тренером сбежать невозможно. То есть есть шанс, по-моему, сбежать из битвы с диким покемоном, но из битвы тренеров нельзя. Такая вот тема. Надеюсь, мы еще увидимся. Пойдем, по-моему, что наверху. Что ты делаешь? А, ну, спасибо, я довольно глупый, так что я бы не догадался сам. А, ну, тут это обмен покемонов, сколько я понимаю, да? Колизей все еще в доработке. Да, насколько я знаю, это такие обмены покемонов. Ну да, это там, если не соединены геймбой. Я не помню, их нужно соединять проводом или у них за босс. Бутузы или типа того, вот этого я не знаю. А, хорошо. Торчик. Смелый. На маршруте 101 я его нашел. Но это не считается, что я его поймал. Вот это был первый покемон. Я думаю, что на этом мы с вами закончим, потому что, блин, 15 минут, я думаю, для таких видео это довольно неплохо. Вот, так что на этом все. С вами был Денис, и спасибо за ваше время. Всем пока.